Продолжает зону атаки. Гол! Либо Шулак! Ну, конечно, выстрел под перекладину. Ох, какой бросок! Заходит и 1-1! Ну, здесь сложно предъявить что-то Адаму Рейденборну. Там мимо троих игроков, и мне показалось, даже небольшой рикошет был от армейского хоккеиста. Шевченко здорово добавляет ногами, но не позволяет ему нанести бросок, а тут бросок будет. И вот тут момент уже возникает у Шевченко, но сходит шайбу с крюка. Ну и накатывает Шулак на пятак, он абсолютно один. Полетел вперед Шулак, оставляет шайбу, ответная атака, и Шулак забрасывает шайбу в меньшинстве. Здорово они выкатили сезоны, хорошо сыграл Шулак на своего партнера, и обратный пас на дальнюю штангу.